Первые выходные Ульяновска выдались жаркими не только из-за погоды. Ульяновск в очередной раз стал местом притяжения ватерполистов из разных уголков ПФО. В уикенд в Березовой роще традиционно прошли соревнования по водному полу на открытой воде. В открытой воде, во-первых, это атмосфера. Атмосфера все-таки праздника, отдыха. И здесь встречается как бы и спортивный интерес, и отдыхающие. И многие люди просто встречаются, когда долго не виделись. Вот, общение происходит. В первый игровой день прошел финал шести сильнейших команд Приволжской лиги Национальной ватерпольной ассоциации. Финалисты отобрались по результатам четырех туров, которые играли в течение года. Игра ульяновского «Эколэнда» задалась с первого матча. В первой игре наши парни обыграли команду «Березники». Следом под раздачу попали казанцы, где ульяновцы одержали победу со счетом 5-2. В финале «Эколэнд» переиграл победителей прошлого года команду «Максимус». Настрой супер, эмоции просто зашкаливают на самом деле. Кубок Березовой рощи, Приволжская лига. Праздник спорта вообще, все команды собрались. Очень интересно, и все, борьба на каждом клочке поля. Игры собрали толпу зрителей. На пляже царила атмосфера праздника. Некоторые из отдыхающих и сами были готовы окунуться в эту борьбу вместе с ватерполистами. Смотрю на это, чистый Сан-Тропе, максимальное удовольствие, адреналин. Кайф, люди все навеселе, улыбаются, наслаждаются теплым днем. Вообще кайф полный. Очень хочется сразу прям залететь к ним, сыграть 5 секунд, умереть и подняться назад. Второй день соревнований оказался не менее насыщенным. В этот день разыграли пятый по счету кубок Березовой рощи. Ульяновская команда «Эколэнд» и здесь превзошла все ожидания. Удаль игроков команды, состоящей из летчиков УИГА и воспитанников спартаковской школы, позволила дойти до финала. В упорной борьбе наши парни уступили действующим чемпионам первого дивизиона НВА, команде ВК «Казань» и взяли серебро. Уровень соревнований растет, растет количество команд, растет их качество. И за награды становится бороться все тяжелее. Молодая поросль уже у нас оперяется. И это очень приятно, очень интересно. Лучшим игроком сезона Приволжской лиги НВА стал игрок команды «Максимус» Азат Шарипов. Всего в турнире приняли участие 8 команд из разных уголков ПФО. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УлПравда ТВ.